традиционной музыкальной педагогике существует миф, что правильная посадка за инструментом, вес руки и особенности прикосновения к клавише – это нечто автономное, самостоятельное и существующее вещью в себе. Эти элементы зачастую рассматриваются вне психофизиологических особенностей и естественных ограничений человека. Педагоги уделяют огромное внимание внешним формам, забывая о том, что за движением руки всегда стоит работа мозга, глаз, слуха и мышц. В классе нередко можно увидеть, как маститые педагоги буквально манипулируют руками ребенка, в то время как их зрительный фокус не зафиксирован ни на ноте, ни на клавише. Вместо того, чтобы позволить ребенку осознанно освоить взаимосвязь клавиша-нота, его кисти поднимают или утяжеляют прикосновением учителя. Пальцы подвергаются вдавливанию в клавиши извне. Это приводит к сдавленному звукоизвлечению, внутренним зажимам. При этом учащемуся настойчиво говорят: «Сиди прямо». «Расслабься, почувствуй вес руки». «Смелее, смелее», – подбадривает начинающего педагог. Словно зажатость, боязнь прикоснуться к клавише ребенок может контролировать. Показывая, как надо, педагог добивается того, что начинающий имитирует свободу мышц, но проблема становится еще сложнее. Зажатость остается в более глубокой, скрытой форме. Подобный подход – приводит к механическим действиям без понимания сути процесса. Давай, 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 на пятой линейке, на пятой линейке. Ре, давай дальше, какая нота будет? Ля это будет нота, подскажу. Вот по таким кусочкам, маленьким, с вашей помощью, конечно же, без ее, без помощи не пойдет, потому что ей будет скучно, надоедливо. В день берите 4 такта и разбирайтесь с ней. Это все элементарно. Нажимай, нажимай, не бойся, нажимай. Опять она же. Теперь не смотри на руку. На руку не смотри дальше. Вверх пошли. Ре, ми, фа, вверх. Еще выше. Ре, смотри в ноты. В ноты смотри. Соня, 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 в ноты смотри. В ноты смотри. Ре, еще раз скорее. Выше пошли, выше пошли. А теперь куда пошли? Вниз или вверх? Вниз. И через одну, правда? Нажимаем. Да, теперь смотри, куда? Вверх или вниз? Да. Только рядом. Теперь смотри, как далеко. Вот это надо... Поверхностный, невыразительный звук, который извлекает ребенок, часто воспринимается педагогом как ошибка самого ученика, а не системы обучения. При этом истинная проблема остается за рамками традиционной педагогики. Что именно мешает начинающим правильно извлекать звук? Все эти подходы ненаучной музыкальной педагогики игнорируют ключевые моменты, относящиеся к психофизиологии. Как именно начинающий видит клавишу? Как воспринимает ноту? И как зрительное, аудиальное и тактильное восприятие преобразуются в точное движение? Ответ на эти вопросы дала научная музыкальная педагогика, представившая точные сведения о зрительно-моторной задержке. Именно замер отставания от зрительного восприятия к извлечению нотозвука пролил свет на то, как именно уверенность и точность движения напрямую влияет на качество музыкального звукоизвлечения. Использование наглядного и интерактивного нотоносца, а также анимационные образы системы позволили увидеть, что на пути к уверенному извлечению звука начинающий сталкивается с множеством скрытых барьеров. От трудностей перевода взгляда с ноты на клавишу до недостаточного понимания параметров звука, таких как продолжительность и сила. Для того, чтобы помочь ученикам преодолеть эти барьеры, в системе Soft Mozart создано интерактивное упражнение «Бабочка». Это пьеса, в которой присутствует один нотозвук, наглядно демонстрирует, что поверхностное прикосновение к клавише является органической реакцией начинающего
на отсутствие прочной связи зрительно-моторных функций. На экране перед учеником появляется крупный знак ноты, в центре которого находится яркая картинка, связанная с ее названием. Ребенок уже заранее знакомится с этой картинкой, ее звучанием и названием, чтобы нота не была для него абстрактным символом. Следующий шаг – найти соответствующую клавишу на инструменте, где картинка становится меньше. Ребенку необходимо нажать клавишу и удерживать ее до появления бабочки. Если клавиша нажата неверно, появляется паучок, который показывает направление к правильной ноте. Если клавиша отпущена слишком рано, на экране появляется персонаж «Мистер Упс», который напоминает о необходимости удержания звука. Этот процесс показывает, насколько непростым может быть для ребенка выполнение, казалось бы, простого действия. Не появилась бабочка.